Бык! Нифига себе, они просто за баррикады этих чертиков выбрасывают. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярик, и это у нас игра «Растения против зомби». Ну, в общем, ребята, я, короче, проверил то, что, вероятнее всего, я смогу открыть вот этот вот ночной колпак, если я буду регулярно проходить вот эту вот арену, которую вы сейчас видите. В общем, сегодняшний день я, короче, заметил то, что я уже достиг, знаешь, какой награды? Сейчас я вам покажу. Вот такой вот награды, где я могу получить 50 очков целых. Целых 50 очков, прикиньте. Мне осталось лишь добраться до 60 очков дополнительных при том. Это мне нужно где-то 8 побед, чтобы добраться до него. И, ну и, конечно же, мне нужно открыть задание Пенни. Вы вообще замечаете еще, что я потратил несколько алмазов? Так вот, сейчас я вам кое-что покажу. Я заметил то, что с каждой покупкой стоимость вот такой пиньятки становится на 3%, на 3 алмаза. Вы вообще понимаете? Так что, вот если я в этой арене доберусь без открытия этих заданий Пенни, то мне тогда придется накопить 25 очков. Это я просто так рассчитал, извините. Так. А, блин, я не заметил, какое там задание было. Тратить не больше 500 солнышек. Ну вы чё, совсем что ли? Так, ладно, давайте-ка мы тогда дракончика и вот эту вот штуку давайте попробуем. Ну и капусту давайте. Так, это будет на всякий случай. Да, вы вообще понимаете. Да мы вообще и без подсолнухов справимся. Так, что там у нас? Если что, я могу поставить... Если что, я могу поставить два тростника сбоку. Сбоку поставить дракончика посередине и капусту на самую заднюю вагонетку. Так, это можно сделать вот так вот. Затем вот так вот. Ай, блин, у нас уже так не хватит. Ну ладно. Пусть верхние ряды прикрывает этот тростник, а нижние будет капуста. А в самой середине будет дракончик. Так. Так, надо вот этого целиться. Гада. Так. Так, капуста. Давай. Так, пускай дракончик прикрывает. Ой-ой-ой-ой. Да что-то слишком много, так что давай. Вот так. Молодцы. Давай, на тебе, на! Давай! Так. Ну и все, в принципе. И мы с вами какой-то... я понял. То есть мы можем, короче, побольше солнышек добывать, когда мы выкапываем растения. Так.
А что там у нас в саду? В принципе. Ага, там два росточка. Давайте-ка мы тогда с вами вот этот вот горох возьмем. И ну и кукурузу давайте. Так. А, тут какой-то новый квест появился. Так. Ага, тут нам дали, что мы должны открыть этот арбуз. Опа-на! Так. Да уж, вообще прикол, конечно же, что нам такую штуку дали. Давайте. У нас что, каждый раз будут эти тростники и бумеранги? Хотя бы этот тростник прокачан до второго уровня. Это уже нормально. Так, вот сюда ставим. Мне нужно еще, блин, нужно еще кого-то, кто сможет прикрыть все ряды. То есть нужно поставить на универсальную вагонетку. Так. Отлично. Так, новые зомбаки появились. Давайте поставим вот сюда. Давайте, тростники, шокируйте их, камыши. Так, ага, тут у нас получается ведроголовый. Так. Так, все, объединяемся. Так. Вот так вот теперь делаем. А, нужно последнюю вагонетку поставить. Еще один, блин. Ну ладно, ничего, мы и так справимся. В принципе, нормально. Так, давай. А, так у нас же удобрение. О, ведроголовый, блин. Так, давайте бумеранги. Вы же ведь побольше урона наносите. Отлично. Ага. Опять у нас какой-то... Так, у нас на верхнем ряду давно этого тростника не было, так что давайте-ка поставим сверху. Так. Отлично. О, ни хрена себе, сколько зомбарей. Так, куда бы мне поставить? Давайте-ка мы в центре тогда попробуем. Так, и размещаемся. Давайте. Сейчас мы их всех разорвем. Вообще. Так, ага, монетки мы с вами собираем. Отлично. Финальная волна. Так. Вот сюда давайте. Вот так вот я делаю. Вот, давайте-ка грозу попробуем выпустить. Давай. Особенно этого ведроголового лучше фигачить. Так, ну и все. В принципе, мы получили с вами арбуз. Так. Ай, блин. Вообще. Так. Что там у нас? Мы получаем два алмаза. Так, мы с вами получаем вот эту вот метку за открытие арбуза. Да. А, мы его можем, кстати, прокачать. Да, это вообще прикол, конечно же. Давайте-ка тогда зайдем в альманах.
Так, заходим в альманах, и можно уже прокачать наш арбуз. Дамаг 85. Ну, ничего страшного, в принципе, это тоже нормально, как бы. Так. Так, новые уровни, давайте попробуем. О! Бык! Нет. Так, лучше всего... Так, давайте-ка берем вот такие вот растения. Затем берем вот такие вот. Вот такие. И вот так. Есть! Тем более, что я взял сиамский горох, потому что нас будут эти десантеры поджидать. Так. Если что, можно расставить еще и стену из древа факелов. Блин, жалко, не туда поставил картошку, но ничего страшного. Так, вот сюда. Теперь начинаем расставлять стены из древа факелов. Так. Ага, они уже там, эти жопы, бегут. Так. Шкура из жопы дракона. Так. Так. А теперь вот так вот делаем. На! На! На вам еще! Так вообще прикольно. Так, вот так вот еще делаем. На! Так, отлично. Ага, тут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, первым делом лучше отгораживаться от десантера. А затем уже с этими гадами... Просто... Это железный был бык! Вообще, понимаете? Так. Вот так. Огонь. Фух. Все. Так, готово. Что делают эти гады? А давайте мы посмотрим, на что эти быки способны. Они должны быть быстро бегают. Так, мы еще сзади поставим древо факел. Так, если что, я готов применить силу. Так, они откидывают. Нифига себе, они просто за баррикады этих чертиков выбрасывают. Ну вообще, давай. Отлично. Так, вот так вот, на тебе. На. Отлично. Да, вообще, становится прикольнее. Так, теперь зайдем в сад. Да не, я так не хочу. Да, чё вы мне этот орех даёте-то, а? О, хотя бы ромашка. Да уж, выкиньте мне что-нибудь нормальное, я вас прошу. Так. Давай, опыляй. И в бой. Давайте. Итак, можем... Итак, в принципе, давайте-ка мы 14-й попройдем. Так. Ой, опять эти кур... Ага, так, ну я помню, против них бороться. Давайте-ка мы еще и арбуз возьмем. Знаете? Так. Нам нужны еще и стенорехи. Вот такие вот. А в принципе, мы уже готовы, давайте. Все равно, я думаю, что этот пианист вообще не такой крепкий. Я думаю, что арбуз его 100% вынесет.
Так. Слушайте, а давайте-ка мы на всех этих вагонетках поставим арбузы, а вот на всех остальных клетках поставим электрокамыши. Так. А, так у нас уже на арбуз накопилась энергия. Так, вот так вот делаем. Все, теперь давай. Так. Теперь еще ставим вот эту вот штуку. Так. Так, ага, давай. Так, вот так вот сила. Сюда вот еще эту штуку поставим. Вот так вот делаем. Да, все арбузы у нас уже есть. И тебя, смотрите, куры! Ёбаные куры. Ну, я хотя бы знаю, как. Ладно, мы же как бы побольше тростников. Давайте-ка мы тогда... Ой-ой-ой. Так, они танцуют. Вот так вот делаем, ой-ой-ой. Так, там уже эти кури пошли. Так, вот так вот делаем. Может, еще там вот эту вот штуку используем? Давай. Капец вообще, вы просто видите? Это типа какой-то легион из куриц. Давай. Так, давай. Так, вот так вот вам. Да, ловите грозу. Дурацкие собаки. Вообще от этих курей ничего не осталось. Но, я вам скажу, этот уровень реально быстро проходится, знаете, когда? Вот когда именно ты вообще кучу тростников спавнишь. Так. Ага. О, ё-моё. Ну это просто вообще, я не знаю. Тут там, видишь, дали не потерять больше двух растений. Ой, мне тогда точно нужен сад, чтобы мы взяли вот этот вот буст. Это буст двойного подсолнуха. Давайте. Чтобы побыстрее накопить энергию. Так. Ну ты да видишь, что этот пианист вообще одну колючку-то 100% раздавит. Так что давайте-ка мы... Так, что мы еще можем взять? Ну, в принципе, у нас и так уже буст будет, поэтому давайте-ка мы орех и... Нет, даже не орех, а повторитель и древофакел давайте. Можно еще на всякий случай вот эту вот штуку взять. Этого дракончика. Ну и простой орешек. Так. Можно на вагонетках, в принципе, поставить пушки. Если у нас все равно энергии не хватает, мы можем с вами поставить хоть что-нибудь. Так, пушку. Нет, пока огонь не ведется, подпустим его поближе, а пока что накопим побольше энергии. Давайте. Все, две кокосовые пушки у нас уже есть. Так, хорошо. Давай огонь. Есть, готово. Так, теперь вот так вот делаем. Так. На! Да, нужно побольше энергии, потому что, видишь, мне придется лишь накопить на вот эти вот скорострелы. Так. Ой-ой-ой, так, там это... Мне кажется, я слышу звук пианиста. А, да, вот он, этот засранец. Ну ладно, сейчас я высажу эти баррикады. Вот так вот делаем. Все, у нас оборона готова. Теперь огонь. На тебе. Давайте, подходите, гадоныши.
Давай, скорострел! Молодчина! Знаете, что я подумал? Давайте-ка мы еще один уровень, чтобы мы точно, чтобы я точно все успел открыть этот вот... Ага! Тут у нас получается... Нам придется орешка этого защищать. Ой, ё-моё! Так. Ну, тут ты видишь, там опять эти десантеры, так сказать. Так что давайте-ка мы как-то подготовимся. Так, что мы можем взять? Вот так. Так, конечно же, двойные подсолнухи, картошку, боб и вишню я тоже беру. Что мы еще можем? Ого, картошку мы с вами можем как это выращивать. Так. Так, заходим обратно. Хватит там все приговаривать. Так. Ага, все, мы с вами это прошли. Так, кокосовую пушку. А, там нас будут поджидать десантеры. Так что давайте-ка мы еще возьмем вот эту вот штуку. Чтобы точно от них укрыться. И еще мы возьмем... ну, давайте салат айсберг. Вот, все. Готово. Так, первый ряд освобождаю, потому что все равно нас будут атаковать эти десантеры. Да, орешка надо защитить, но хотя бы на вагонетке, в принципе, если что, мы можем перекатывать из одной полосы с одной полосы на другую. Так, вот как сейчас, вот, все. Он все равно будет так или иначе в безопасности, так что давайте-ка мы... Так что давайте-ка мы поскорее все это пройдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не-нет. Только не ты, гад. Так, пока что в пушку. Огонь. Так, ага, там. А он, интересно, с броней или нет? Сейчас мы пушку зарядим. Давай. Огонь! Нет, он без брони. Так, ладно. Так, нужно... Так, нужно накопить побольше солнышек. Так, там десантер. Не-не-не-не-не-не-нет. Не, ты нас не заставишь нас... Ты не заставишь нас врасплох. Так. Так вот делаем. На. Получи, гад. Так, там эти вот гады пошли. Но мы, надеюсь, кокосовой пушкой сейчас их обстреляем. Я обожаю из пушки стрелять. Так, ага, вот так вот. Там эти гады с броней. Но ничего страшного, мы и так уже справимся с ними. Есть. Так, этот... Ага, этот один с броней, другой без брони. Так, вот так вот. Вот так вот. Не-не-не, не трогай мой орех. Так, вот так вот делаем теперь. Огонь. Огонь. И еще раз огонь. Есть. Так, вот так, вот так вот. Давай! Молодцы, ребята. Фух, вот это вообще было круто. Да, смотри, вы видите то, что мы сейчас откроем вот эти вот задания Пенни. Да, все. А теперь можно на этом закончить. Ну что же, ребята, я надеюсь, я сейчас доберусь до этого ночного колпака. А пока что, друзья, ставьте лайки, чтобы меня поддержать. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и всем бай-бай.